260 миллиардов рублей составили доходы консолидированного бюджета Башкортостана на начало ноября. Это на 16,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Из них львиная доля приходится на налоговые и неналоговые поступления 190,5 миллиарда или 84%, сообщает региональный Минфин. Основными источниками доходов являются налог на прибыль организации 57 миллиардов рублей, чуть меньше 56 миллиардов налог на доходы физических лиц, 26 миллиардов доход от акцизов и налоги на имущество 15 миллиардов рублей. Расходы консолидированного бюджета за 10 месяцев составили 253,5 миллиарда рублей с ростом к аналогичному периоду на 13,5%. Из них уходит на 2/3 из них уходит на социальную сферу. Доходы республиканского бюджета составили 222 миллиарда, рост на 17,8% за год. В местные бюджеты поступило 115,5 миллиардов рублей, их расходы достигли 111,5 миллиардов, увеличившись за год на 18,7%.